Так, ну чё, гоу. Слоты ребята забивают и поехало. Поехали. Микаса. Микаса. Чекни, бро, ДС. Сейчас не могу чекать, друг. После... Ну, у меня телефона даже нету сейчас. У меня телефон на зарядке. Микаса. А чё у тебя, этот не работает чат в Ютубе? Ты чё, таракан, что ли? Микаса. Микаса. Так, Микаса в офлайне. Ага. Мэре Ахо. Наверное, сейчас зайдет Микаса. Ух, 6к ПТС там, прикиньте, как бы победить их. 6к ПТС там много. Вай-вай. Там даже вон 90 винрейтник есть. Жесть. Кто там еще 10-й? Hold 10, но сик. Кнопки дают ошибки, через раз работают как-то. Я понял тебя, все, базар уже. В доте можно сделать самый смешной катка. Можно. Катка с догонами на моем канале, ребят. Не забывайте, что очень-очень-очень много. Много контента, и можете заходить, чекать, смотреть. Ле миллион минус. Здорово. Гоу. Можно АР, можно... Можно АР одну, можно XL-очку. Поиграем, порофлим. Спасибо, ребят. Прожмите лайк от души каждому. Погнали. Ну так, в доте... Посмотри видосик, догоны. А что если догон всей команде? На канале очень много видосов с этой темой. Это вообще... Вот такие видосы, бро, реально. Офигенные. Когда там БХ, Рики, короче, команде. Были, это вообще жесть. Незер Дрейки, Шаду Финды, Бристол Буски. Нормально. Так, ну мид тяжело против Вайпер, наверное, будет идти. Вот это вопрос. А SF, ну гоу. Пробуем так. Если SF будет в миду. Погнали, я мид стану. Хорошо. Здорово. Что такое XL? XL мод с банами. Жесть, там саппорт хороший. Ум, еще и Феникс, ля. Еще и Феникс. Погнали. Чей фенех там, прикиньте. Крайне тяжко. Ну, такой контроль тут хороший будет. Леончик будет тушить. Прикольно, легион на рандоме выпадает. Твинхед на сапе. Нормально. Ну, у них пик тоже неплохой. Но я там контрю хорошо. И вайпера за контрю, в принципе, по идее, и бриста. Бриста лицом разворачиваю и тушу. По идее, норм. Гоу. Хорошо. По идее, норм. Так, кура есть, да? Кура, если что, соло возьмем. 4 керри, да не, норм. Норм, ты шо, дядь? Норм вроде. Вроде норм. Вроде норм. Давайте через Одс попробуем. Через Одес. Через Одес. Через Одс. Yes, I'm on it. Inhuman beast,
Что там, сапожочек есть, гоу возьмем. Очень сильно лайн я запушиваю, конечно. Очень сильно. Зато фарм есть, в принципе. Ждем гангера. Ждем гангера. Гангера ждем. Батлыга запуленная. Нормально там ему пулят уже. Пулят, пацаны. Хорош. Пулят. Прикинь, батлыгу дают. С первых минут. Вот тараканы вонючие, а. Стики, хилочи, гоу. Активка в топе, забрали. Забрали активку, сейчас возьмем. Пресс-атаки. О, меня обходят. Ля ты, таракан вонючий. А мы тоже обходим. О, вот это мы обходим, ребята. Нормально. Но главное, чтобы качественно было. По фану. Леончик ходит тут, напрягает. Ай-яй-яй. Драка называется. Драка мощная. А пойдет? Уже не пойду я. Дальше не пойду я. Суета на миду, да? Давно через отцы не играл, кстати. Прикольная вещь. Через отцы. Он решил через Харас играть. Фарма тут особо он не видит. Через Харас выфармит что-то. Через Харас что-то выфармит. О, 19 крипчиков. Такой себе, ребят. Суета. Суета. Ребята там на руне подрабатывают. Мне главное крипов в миду тоже блоковать. Нормально будет. По чуть забираем. Пойдет. Хорош. Да, прикинь, срабатывает шанс рандомный какой-то. Лол. Осуждаю. Осуждаю. Хорошо. Забавная фигня. Хекс в драках, да, 100% хекс меня будет дать. 100%. На миду фарм отдаю, да? Свинья там дабл киллы делает. Здорово, если не ошибаюсь, ДР. ДР у меня 19-го, дядь. 19-го. Ошибаешься. Так, стики есть, гуляем. Гуляем. ТПшка нужна. Там ребята тушатся. Фит пошел, фит. Но сейчас будем помогать по чуть. ТПшки нету. ТПшки нету, ребята тушат. Yes, I'm on it.
О, понимаю. Понимаю. Ноль дэмэджа. Понимаю. Найс рунка. Блин, ботл, конечно, дает много ему. Ботл много дает. Знаю, у меня стиков нету. Эдли заберем. О, дядь. А мы тут оба сдохнем. Жесть, как фен вовремя. Феникс красавчик просто. Просто красавчик. Пришел, все сделал. Жесть, там у Бриста 5-0 ВГ. Красава. Вот фен дает, пацаны. Нормально, да? У меня завтра получается, ты младше меня на 4 дня. А, с наступающим заранее тебя, дядь. Красавчик. Жесть, вот это кринж, конечно. Это, конечно, кринж. Ну, на восьмом возьмем диспел разок. Надо фармить догера. Диспел в разок. Такое себе. Феникс все выигрывает там, да, все лайны. Нормально. Красавчик. Надо пробежаться куда-то. Давайте себе куру возьмем. Варды стоят, да? Да, варды есть. Хорош. Хорош. Пойдет. С горем пополам одну дуэльку взяли. Надо свинюку как-то приструнить. Что-то они ее там расфидели люто. Вообще жесть. Коста. Не знаю, что со свиньей делать будем. Сильверуху делать. Йо, мид, пофармим. Здорово, дела пойдут по чуть. Комп не работает. Понимаю, бро. Починишь потом это все. Временные сложности. Временные сложности, дядь. О, здорово. Здорово. Странный Свен что-то прилетел, какая-то суета на суету прилетел что-то. Ладно. 50 крипчиков есть, стандартный тайминг сделали. Мало гангов, мало актива. Там вайпер еще. Вайпер. Да нормально все? Гуд все. Не переживай, дядь. Не переживай, дядя. Блин, Леончика бы по КД фармить. Леон, саппорт, пятерка. Феникс там. Ну, Феникс ранний раден сделает. Я так думаю. Тяжко будет. Что там у тебя? Угу. Бей. Го, пока фена нету. Вряд ли заберем, Феникс успеет, да? Боже, как же Феникс моросит, это жесть. Этот Феникс, это просто кринж. Я ору, вообще жесть, что за хрень, я АФК фарм. Короче, Феникс вообще всю игру делает, молодец, нормально. Круто, что могу сказать, ребят.
Все, я просто АФК фармить пойду. Не можем мы. С твинхедом ничего не сделали. Этот фармит просто, у него лотар уже, а я не фармлю. Мне нужно дуэльки брать. Они свинью расфидели, еще я не могу ничего сгангать. Это жесть, конечно. Как бы мне тут не пришлось, не знаю, делать какой-то, блин, какой-то этот... Не знаю, армлет на раннюю стадию. Это бред. Жесть, как же все лайны обоссали нам просто. Феникс все сделал. Тупо Феникс. Нас вся команда фидит. Феникс тушит. Соло. Феникс имба. Я не знаю, у меня герой тоже имбовый, но я ничего не могу сделать один. Один ничего не могу сделать. Мне хотя бы какой-то нужен мувчик. Полезный. Хотя бы какой-то один мувчик. Просто фармить надо, и все, ребят. Если не получается ганги. Феникса я закрою. Надо фарм. Надо фарм. О, Феникса угомонят, что ли? Ай, молодцы, наконец-то. Здорово, да, играем. Играем. Я лиса калачу, кайфую. Ребята заберут там, наверное. Вайпер фрифармит. Не знаю, я не хочу делать лотар. Дагер вообще всегда must have, но там против свиньи офигенно лотар зайдет. Просто жесть. А тут ребята в команде, в принципе, шарящие. Я не знаю, почему так тупим. Мид еще нормально я отстоял. Дэмэджа я там не получал, фарм и был. Фарма намного больше я взял с мида, чем он. Но он, видишь, он фармит, сапы его делают. Сапы все делают. Феникс, красавчик, респект. Всю карту заруинил. Вот здесь вот какой файт был, Феникс вытащил, как хорошо. Видишь, как бывает, когда саппорт тащит. Так, Леончик там, можно кайфовать. Отходим. Угу. Что там? Ну, попробуем. Ну, попробуем, дядя. Но мне кажется, тут сейчас будет какая-то засада. Дэмэджа нету особо. Я лучше дофармлю. Это что там такое? Это что за свинюка тут такая? Нету кнопок больше на него. Как свинью эту остановить, пацаны? Есть какие-нибудь соображалки? Через верх ушел. У нас дэмэджа не хватит вообще закрывать его. Пойдет. Рука лотар БКБ. Да, можно попробовать. У меня, в принципе, у меня герой на лейт гейм. Тут рано что-то говорить. Но старт хреновый. Не знаю, сколько раз я пытался подгангать. Не получается. У нас фармкатка, по сути. Ранних спылов никаких нету таких, чтобы тушить. Только я вот, я думал Одессом. Можно будет как-то перекрыть, да, раннюю нехватку вот этого Хароса. Магического, но не хватает все равно. Армлет, наверное, сделаю. Офигенно зайдет. Армлет сделаем. Хекс, нет, ты чё, какой хекс, дядь? Хекс, нет. БМчик по стандарту можно было бы. Ух. Если уйдет, вообще кайф будет. Ребята, там СФ белт какой-то. Но СФ в жир уходит. Он всегда так в жир уходит. Погнали. Свенчик там работает. То есть там Радик, наверное, делает, да? Хорошо.
Покажи прокачку. 3, 2, 4. 3, 2, 4, дядя. Оп, зафармлю. Да не-не-не, у него сакрет там уже. Бля, пофиг. Я вот так сделаю. Собираем. Да, я с мида. Я через АДС пытался играть, в принципе прокатило, но в гангах максимальный провал. Феникс перекрывает все. Немножко не удалось. Ну, посмотрим, как пойдет. Но плохо, что мы фармим. Для меня это плохо. Мне нужно двигаться. Но у нас Мартретка и... То, и Свен. Как бы вариант такой, что... По идее, лейт-гейм наш. По идее. А без идеи я не знаю. Без идеи я не знаю. Сам в рошане делаешь, дядь. Там фен выжигает, а? Вайпер худ сделал. О, подеремся. О, найс руна. Хорошая руна. Свинюка на топе. Вард стоит. Найс. Первый соло фражочек. О, здорово. Здорово. Леона я испугался. Леон моросит. Леон это такой таракан. Леон, да. Смокейчи. Я фарману, ребят. Как ты это делаешь? БМ сразу собрал. Фишки, смотри на канале, видосы есть, дядь. Берешь, одним кликом покупаешь. Одним кликом, дядь. На базе просто берешь, покупаешь. Леон опять там за эти варды. Саша, да? Хорошо. Радик есть, да? Они не Рошану случаем? Возможно, Роши, да? Да, отходим поэтому. Не вывезем. Удачно стрима, отдыши, бро. Не могу, чё не можешь? Отдыхай, дядь. Все, огонь будет. Свинюка, конечно, злющая. Что свинья, что феникс. У мои ребята так не отыграли что-то. Только. Тащат. Он там дайвит, что ли? А чё вы подставляетесь? Не дайвьте. СФ, миду, найс. Чё дерётесь? Дядьки.
Дерутся что-то там они. СФ прилетел. А, нет. Хорошо. Плохо, что я не забрал его. А я думал, СФ на топ видели эффект телепорта, он, видимо, отменил. Ну, пойдет. Пойдет, дуэль взял я. Но что-то у меня вообще максимально все хреново. Давайте сделаем дизарм. Дизарм БКБ. Создавать новые карты. Не будут новые карты создавать? Дагон, Астрал, новая мета. Да, у меня сейчас... Да у нас late game тут. Нормально все будет. Феникс, я не знаю, что с Фениксом идет. Там еще стрик, видишь. Все плохо. Вообще конченая игра такая поначалу. Ребята фармят. Сфармят, все нормально будет. Я чисто, знаешь, как опущенец в этой катке, ну ничего. Ничего. Тяжелый старт, легкий конец. Знаете, такой, ребят. Ребятки сделают блэкинг бары. Нормально будет. Правда, сейчас отъедут. Отъедут. Да, поставил бы макро-пюре. Нормально было бы. Найс. Свинью... Не, ну второй раз не знаю. Свинью вряд ли затушим. Хорош. Отлично. Стрички забрали. Свен пришел, сделали вещи. Камбузкаем. Не знаешь, как скачать Warcraft 3 на Linux? Нет, туда я не знаю, дядь. Я на винде играю. На винде играю. На Linux, по-моему, никак. После Ice Frog. Не-не-не, ты чё? Я не настолько. Не настолько. Хорошо. Следующее лагает. На Ру 5. Не знаю. Ру 5 вроде не лагучие. Ну, можно будет что-нибудь придумать. Ру 9. Посмотрим. Сейчас после этой катки. После этой катки. Ребята там что-то злые какие-то. Феникс. Что Фениксом? Хекс делается, либо Линка. Непонятно пока. Непонятно. Дизармик хорошая вещь, пригодится. Ребята там что-то пошли куда-то, непонятно. Мартретка там отдыхает. Боюсь, там сапы будут. Хорош. Но меня сейчас сольют, я так чувствую. О, же есть. Ну, в пятером тут, понятное дело, без Свена. Ладно, мартретка низ, нормально. Феникса. Я вайпера взял. Дуэли хотя бы я апаю. Нормально. На пресске ботах на ру, пинг, подстой, фризы жуткие. Обидно, что нет возможности присоединиться к вам. Ничего страшного. Насчет того, что присоединиться. А то, что лагает, да, это такая себе дерьмина. Ну, сейчас посмотрим, что-то придумаем, посерфим. Че по ботам, че по лагам. И все будет огонь. Линка. У него нету персика, у него Whitestone просто. Бил бы. Бил бы, чё ты. БКБ есть. Гоу. 14 сек. Свена не было в драке, мартретки не было. Я один эту драку принимал против пятерых.
Что там? Рошана Некстова нельзя отдавать. Пойдет это в помойку. Я на вайпере хотя бы дуэльки беру. У меня уже 160 урона, это радует. Это радует. Хорошо. СФа заберем, да? Отлично. Хорош. Хорош, дядька. Горов Шана, да, если есть. Нету. Нету. Такое время собрал. Да какая разница? Ребятам респект, что помогают, а так разницы нету. Ну, долго собираюсь, с прошлого года. Хорошо. Хорошо. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме от души. Прожмите лайк, кому не сложно, тоже будет прикольно. Так, ну БКБ-ха, да? Келлен с ноу мана. Что? Мана нужна на Келлен's Dagger? Серьезно? Смотрите, написано ноу мана, need one more Келлен's Dagger. Осуждаю. Давай, давай, вот туши эту свинью. Жесть, сколько промахов. Ой, все, пришел, это ГГ. Пришел он. Так и не забрали. Хорошо, Марит работает. Отлично, ну кайтим, кайтим, кайтим. Сейчас разнесем. Четыре, пять, шесть. Давай. Ай, хорош. Ой, хорош, би. Лучший. 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 СФ там. Нету хпшек, да, у братульца? Отойду. Погнали. Отлично. Неплохо. Вот это камбуск, понимаю. В лейтгейм начинаешь выходить уже полегче. 10, чего там, 10 лет играю, пришел к определенному уровню игры, дальше не развиваюсь. Как прогрессировать? Не знаю, то же самое в спорте. То же самое в спорте, бро. Тоже доходишь до определенного момента и все, и встаешь на месте. Встаешь на месте. Это нормально. Это нормально, дядь. Погнали. Мортретке Аегу лучше тут отдать, потому что она мобильнее. Она лучше будет убивать, чем я. Моя задача это какой-то один фокус. Вон, смотри. Ух ты, он стан ему закинул, дядя. Хорош. Гоу. Бери. Я отойду. Не пока дефну. Феникса буду прыгать. Если выигрываю дуэль, то мне дается дэмэдж 10, 18, 14, в зависимости от уровня прокачки. Т2 можно пойти. Офигенно будет. А Свен, если Аганим соберет, тоже неплохо будет. Я в фена буду прыгать. Если там линки нету.
Надо чекнуть линку. Не вижу фена. Вот, идем. Пусть выходит. Т2, гоу. Три тысячи еще золотых. Армлет. Я не стал что-то армлет делать. Сразу сделал дизарм, чтобы в случае чего линку сбивать. И тут дальше какой-нибудь абиссал сделаем, наверное. Хотя, не знаю. Билд, по сути, ни рыба, ни мясо. Феникса не вижу. Что у него там у Феникс? Интересно. МКБ сделать, потому что там у свинюки дизарм тоже есть. Это плохо. Это плохо, ребят. Сзади стоят подсосики. Куда, 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 куда? О, вот это дерьмо. Жесть. Это дерьмо. Б. Тут варды, оказывается, стоят. Тоже это, оказывается, байт. Причем неплохой. У меня КД. Позиционку сейчас они возьмут, если... Там Феникса. Я так и не просмотрел, что у Феникса. Нету у Феникса ничего. Это радует. Феникса нет ничего. Но у меня БКБшки нет. СФ молоко. Хорошо. Хорошо. Отлично. Свинюку зажарим. Найс. Только на отпуск сейчас надо будет лететь. Молодцом. Но если честно, интересно игра тем, что потновато получилось. Ребята, Мартретка делает вещи. Го, ББ. Так, ну мы потеряли только Твинхеда, по сути. Твинхеда. МКБ сделаем, наверное. МКБшку. Денежка есть. Денежка есть на МКБ. И сейчас по чуть будем переодеваться уже. Закупчик и го драку. О, лишрака там понизили. Понизили лишрака. СФ там очень часто байтит, я так смотрю, ребята сзади стоят все. Баш не делаешь, баш сделаем вместо дизарма. Я дизарм тут почти не использую. Дизарм почти не использую. Ждем реса. Я могу свинюку быстро слить. Вообще быстро-быстро слить, в принципе. Хотя Феникс прижется. Феникс прижется. Феникс прижется, причем нормально прижется там. Все-таки вот Феникса надо, блин. Не хочется на Феникса дуэльку тратить. Все равно можешь кнопки нажать. Куда го?
Скади 200. Ну, фарми чё. Фарми Юи. Так, это есть. Вард, снимешь? Сними, плиз. Так, СФ без ББ. Хорошо. Добиваем и мид можем. Все кнопки есть. Все кнопки есть. Где вата? Мне вату нужно видеть. А чё, вайпера так и не добили еще? Ой, хорош, яйцо, яйцо, побейте, пацаны. Яйцо побейте. Найс. А можно даже в трон, в принципе. Гоу. Джи-джи. Джи-джи. Первая катка в нашу калитку. Ну, нормально камбэкнули. Старт максимально плохой. Ребята, молодцы. GG. В целом, по ошибкам, начальная стадия гангов максимально было мало. Все было очень плохо. Но в целом, катка выиграна. Молодцы, ребят. Круто.